Спасибо, пастор Сергей, за эти теплые слова и за эту возможность гостить у вас в церкви и наслаждаться воистину присутствием Духа Святого, а также общением, которое мы имеем во Христе. Я воистину вспоминаю эту первую встречу, тоже очень яркая картина нашей первой встречи. Не помню, в какой церкви собиралась ваша церковь, но вас было гораздо меньше. И даже где-то фотографии есть у меня. Как говорят в Литве, что тогда мы были молоды и красивые, а сейчас только красивые. Да, ну вот. Но давайте зачитаем Слово Божие, которое я имею и хочу с вами поделиться. И это будет первое послание Иоанна, 4 глава, 7 по 10 стихи, а также 16 стих. Апостол Иоанн пишет: «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Вы знаете, Бог, в которого мы верим, является таким абсолютным, в котором так много самых лучших качеств, что о Боге можно говорить и говорить и говорить, это как море, которого исчерпать ложкой или стаканом невозможно. И наверняка вечность состоит в поклонении и в прославлении именно такого Бога, который собою вдохновляет тех, которые видят Его лицо. Смертные люди лица Божьего видеть не могут. Но святые люди всегда желали увидеть Бога. Моисей просил у Господа, чтобы он показал лице свое. Но Бог сказал: «Нет, невозможно. Человек не может видеть меня и жить». И в Ветхом Завете мы знаем, что люди опасались, когда они встречались с ангелами и думали, что увидели самого Господа, они боялись умереть. И в Новом Завете, воистину, мы читаем
апостол Павел в первом послании Тимофею пишет о Господе как о том, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Вот какой наш Бог. И тогда встает этот вопрос, как же невидимого Бога мы можем познать? И какого Бога мы познаем? Милующего, спасающего, благословляющего Господа Саваофа, то есть Господа силы, всемогущего, все знающего, вездесущего. Какого Бога? Он все это. Но если мы все-таки задаемся этим вопросом, а что является самой яркой чертой Бога? Или что самое главное в Боге? Мы непременно приходим к этим стихам, которые мы зачитали апостола Иоанна, и не только. Мы начинаем понимать то же самое, что Израиль уже понимал во времена Иисуса, что самое главное во всем Писании и самое яркое в невидимом Боге есть любовь Божья. И моя цель этой проповеди воистину поднять веру в любовь Божью, особенно для тех из вас, которые, может быть, сомневаются, любит ли меня Бог. Мы знаем, что видит меня Бог таким, каким я есть, но любит ли Он меня таким, каким воистину я являюсь? Знаете, мы можем показать себя другим, какими мы желаем быть. И многие люди так и живут. Живут жизнью не настоящей, а жизнью, чтобы угодить людям, чтобы показать себя такими, какими другие желают нас видеть. Но мы устаем от такой жизни. И когда мы остаемся наедине, у нас встает этот вопрос. Как Давид говорил, куда убегу от тебя, от твоего духа, поднимусь на небо ли ты, ты там, зайду в преисподнюю, и там твоя рука поддерживает меня. Куда спрячусь от тебя? От Бога невозможно спрятаться. Но это и не так хорошо для нас слышать, потому что если Он видит то, чего не видят другие, любит ли Он меня? И как заслужить эту любовь, если Он не любит? Как мне быть любимым? Воистину, эти вопросы настолько актуальны для каждого человека. И раньше или позже каждый из нас приходим на то место, где эти вопросы становятся очень большими и яркими. И вот именно для тех из вас эта проповедь, я думаю, все мы почерпаем. Но именно те, которые сомневаются, пусть Бог сам донесет это слово для вас, чтобы мы могли поверить в Божью любовь и познать. Вы знаете, познать Его любовь невозможно. И Павел молился за Ефесскую церковь, чтобы они
уразумели, смогли уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. То есть, когда мы говорим о Божьей любви, о Христовой любви, мы говорим о том, что превыше нашего разумения, и, наверное, здесь включаются наши сердца, но Иоанн говорит, мы познали Божью любовь, мы поверили в Божью любовь. Так, с одной стороны, очень трудно познать любовь, которая превосходит все познание, но с другой стороны, как важно знать, что ты являешься любимым Богом, что Бог любит тебя. Не Гедрюса, не твоего пастора, не каких-то великих мужей и святых. Вы знаете, скажем, православные или католики имеют святых, и иконы их показывают святыми людьми. И мы смотрим на них и говорим, я никогда таким не стану, это невозможно. И мы начинаем сомневаться в своих силах, в своем умении угодить Богу, служить Богу. Кто-то, может быть, и может, но не я. Кто-то когда-то служил Господу, но не сегодня. Сегодня же невозможно. Но так важно поверить, познать, что возможно сегодня быть любимым Господом. Возможно сегодня быть открытым для Него и принимать Его любовь. И это человеком или человеческим силам недоступно, это точно. Ну, мы посмотрим на эти места. Вы знаете, давайте я сначала разобью тот текст, который мы зачитали, на некоторые части. И начнем, давайте, с этого обращения. Иоанн, вообще, кто пишет? Иоанн. Иоанн считается, о апостоле Иоанне говорят, как о апостоле любви. Вы слышали, наверное, про это. Он так много говорил и писал о любви. Это ученик, который прилагал к груди Иисуса. И о нем сказано, что ученик, которого Иисус любил. Опять же, а что других он не любил? Он любил и других. Он любил Лазаря, он любил Марфу, он любил Марию. Сказано это, он любил. Он спросил у Петра, любишь ли меня? И все-таки Иоанн как-то вот эту черту Иисуса, любовь Божью, понял наверняка глубже, нежели другие. Хотя все об этом писали, проповедовали и говорили. Но Иоанн особенно был чувствительный. Может быть, из-за этого, что он мог положить голову свою на грудь Иисуса. Грудь, в которой, как вулкан, эта любовь Христова, которую невозможно понять, познать до конца. Вот этот апостол, конечно, он записал этот стих, ну, вы знаете, самый основной стих в Библии. Которое место, если вам нужно было выбрать? Иоанна 3:16, конечно. Я, может быть, вам и
рассказывал, но скажу очень коротко сейчас, что первый раз, когда я собирался открывать визу в Соединенные Штаты, это было давно, в 90-е годы, и пошел в посольство, и я имел бумаги с собой, которые были подтверждением, что меня приглашают, иначе сюда было не приехать в то время. И я имел много бумаг, и все там подтверждения, что воистину я еду не для того, чтобы остаться и начать работать тут, но посетить христианскую конференцию. И посол меня встретил, сам посол тогда выдавал визы. Я даю им эти бумаги, говорю, я еду в христианскую конференцию. Он спрашивает, а ты кто? Я говорю, я пастор. И смотрю, что он на эти бумаги не смотрит вообще-то. Он смотрит мне в лицо и говорит, ну, пастор, процитируй мне Иоанна 3:16. И меня так это удивило, так удивило. Я так вдруг... Хорошо, что в то время как раз у нас была такая привычка изучать наизусть стихи, разные стихи. Ну и, конечно, Иоанна 3:16 было между этими стихами. И я начал ему говорить. Ибо так Бог возлюбил мир. Но, давай. Как возлюбил Бог мир? Так сильно возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Этого было достаточно. Я получил визу в Америку. Он даже не посмотрел ни одну на бумагу. Наверное, он знал, что в Вильнюсе в то время немного было людей, которые бы могли процитировать Иоанна 3:16. И что этот человек не лжет. Он воистину знает Священное Писание. Но, конечно, этот стих записан Иоанном, апостолом любви, который очень много размышлял о Божьей любви и о цене этой любви. Насколько Бог возлюбил этот мир. Но вот поэтому, смотрите, как Иоанн обращается, первый. Обращение. Это обращение звучит много раз. Оно звучало сегодня уже из уст пастора Сергея. Но это обращение Иоанна воистину. Он говорит, возлюбленные. Возлюбленные. Это самое первое, что мы должны услышать сегодня, этим воскресным днем. Возлюбленные. Не только апостол так обращается, но сам Бог обращается к нам этими словами. Воистину, он обратился этим обращением, когда Иисус крестился у Иоанна Крестителя. Матфея 3:17 мы читаем. «И се глас с небес, глаголющий, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». То же самое обращение, которым Бог обратился к Иисусу Христу, сегодня через Иоанна Бог обращается к тебе, ко мне и не только к нам. Бог возлюбил не церковь, и мы к этому придем. Бог возлюбил весь мир. А если Он возлюбил так сильно, что отдал Сына Своего, Он так и обращается. Он обращается к каждому человеку. Возлюбленный, возлюбленная, возлюбленные. Как это меняет? Знаете, мы привыкли, чтобы к нам обращались другими словами. И вот
Это наверняка нам немножко помогает, это обращение может нам помочь начинать познавать любовь Божью. Кто к нам так обращался? Когда мы начинаем встречаться с любовью, конечно, от наших родителей, от нашей мамы, от нашего отца, если мы имели его. Не все имели. Но материнская любовь, отцовская любовь – это уже первый сигнал, первый признак, что есть в этом мире источник любви. И источник побольше – отцовской любви. Если вы, будучи злые, им умеете давать хорошее своим детям, говорит Иисус, тем паче Отец ваш Небесный, да, даст вам. Почему Он даст вам? Потому что у Него отцовское сердце, Он любит нас. Но в этом мире мы начинаем расти, и нам так нужна любовь Божья. Есть очень большое различие между теми из нас, которые выросли в семье, где любили, и в семьях, где не было этой любви, материнской любви. Говорят, что в детских домах маленькие дети, они так нуждаются в любви, что... не получая, начинают болеть психическими болезнями. Мне рассказывали сестры, которые ходили в детский дом, что они просыпаются ночью и трясутся некоторые, как бы желая, чтобы кто-то их обнял, утешил. Их никто никогда не обнимал. Эти травмы бывают очень глубокими иногда в душах людей. Вот почему, но сейчас мы не об этом говорим. Мы говорим о том, что каждый человек очень нуждается в том, чтобы кто-нибудь к нему обратился как «возлюбленный мой», «возлюбленная моя». И эти слова и это отношение, как вода, это так нужно человеческой душе. Без любви нету жизни воистину. Без любви все теряет смысл. Вы знаете, мы сегодня слышали ободрение употреблять дары Духа Святого. Но давайте вспомним сразу, что когда Павел говорит о дарах Духа Святого и поощряет церковь достигать даров, он сразу же добавляет, что ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Да? И то есть в дарах духовных есть иерархия, и говорение на иных языках – важный дар, тем не менее, самый маленький дар. Самый большой дар – это дар слова мудрости, которого очень не хватает церкви сегодня. Но, Павел говорит, еще есть нечто превосходнее. Если мы говорим о больших дарах, есть что-то еще больше. Любовь больше. В 13 главе он говорит о чертах любви и кончает этими словами, которые вы тоже все знаете, что сейчас пребывают сие три – вера, надежда и любовь. Но... Он добавляет, если мы говорим о иерархии, да, любовь из них больше.
Какая самая главная заповедь, большая заповедь, спросили у Иисуса. Да? О чем Он ответил? О чем Он говорил? Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем, всем умением, всей душою твоей, всеми силами твоей и своего ближнего, как самого себя. Вот это самая первая, главная заповедь. Когда мы вот задаем этот вопрос, что выше, что больше, мы обязательно приходим к тому, что любовь больше. Больше. И без любви, Павел говорит, все дары – это пустое. Насколько это важно? Насколько это важно? И познать любовь Божью, и пребывать в любви, и отдать то, что мы получаем от Него. Итак, возлюбленные, есть Тот, который любит вас, который любит нас. Он источник всей любви. Бог есть любовь. И вот это есть следующая истина, очень сильная, которая Ян подтверждает даже дважды. Говорит, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Да? Бог есть любовь. Это самая яркая Его черта. Второе. Да? Божья любовь открылась к нам в том, что Бог послал в мир Сына Своего, в умилостивление за грехи наши. И сегодня мы празднуем вспоминаем смерть Иисуса. Мы вспоминаем любовь Его. В вечере, во время вечери, опять Иоанн пишет, Иисус служил Своим. Почему? Потому что возлюбил их до конца. Своих Он, возлюбив до конца, начал умывать им ноги. Возлюбил их до конца. Так начинается вечеря. Окончается тем, что Он говорит Своим. Вот я это сделал. Я оставил вам пример. И поэтому все будут знать, что вы мои ученики. Почему будут знать? Как узнают, что мы ученики Иисуса Христа? Что Он говорит? Если будете иметь любовь между собой. Какие признаки церкви сегодня? Как узнать христиан? Как мы узнаем? Иисус говорит, поэтому все узнают, что вы мои ученики. Вот это смысл вечери, я думаю. Вечеря нам еще раз и еще раз заставляет, и показывает и заставляет думать о любви Иисуса Христа. Бог есть любовь, и эту любовь Он доказал в смерти Иисуса Христа. Он возлюбил и отдал жизнь свою за друзей своих, за братьев своих, за врагов своих, за мир этот, за всех людей. Но не все люди знают об этом, и не все люди могут поверить в это. И не все могут понять это, потому что эта любовь превыше разумения. Нужно откровение еще от Духа Святого, чтобы понять,
эту жертву. Вы знаете, апостол Павел очень красиво пишет, я хочу почитать вам, в Римлянам 5 главе 8-9 стихи. Но это очень созвучно с тем, что мы читали у Яна уже. Ян говорит: «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего». А Павел говорит вот так: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Бог любит мир. Но еще более потрясающая истина, что Бог любит падший мир. Бог доказывает свою любовь тем, что Он любит грешного человека, а не праведного человека. Мы обычно любим и принимаем праведных людей. И нам очень больно и трудно общаться с грешниками, потому что мы злимся, как они могут позволить себе так поступить, так поступать, так жить. Но Бог доказывает свою любовь тем, что Иисус умер за нас всех, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Вот это нас заставляет признать то, что любви Божией невозможно заслужить. Невозможно никакими силами заслужить Божью любовь. Или что-то сделать. Боже, что я могу сделать, чтобы Ты возлюбил меня? Ответ – Ты ничего не мог сделать. И Иоанн подтверждает это следующим тезисом или в следующем предложении, когда он говорит, вы знаете, он говорит, не мы, а в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Бог возлюбил первым. И вот это уже добрая весть. Но с одной стороны и опасная. Потому что нам естественно, так этот мир действует, мы должны все заработать, мы должны все заслужить. И мы должны стать кем-то, чтобы нас восприняли. Но Бог возлюбил мир без достоинства, без заслуг. Он первый сделал этот шаг. И сейчас дверь открыта для каждого ответить на Божью любовь, принять этот дар любви. И вот в этом месте, вы знаете, я хочу, чтобы мы посмотрели на одну историю. Вы знаете эту историю, но я хочу, чтобы мы прочитали от Луки, в Евангелии от Луки, 7 главе, где мы видим, как можно реагировать на любовь Христову. Хорошо? Итак, Евангелие от Луки, 7 глава, с 36 стиха. Некто из фарисеев, если у вас Библия есть,
вы можете посмотреть, а можете слушать, но мой русский язык не самый красивый, потому что мой родной – это литовский язык, второй, наверное, английский, а третий будет русский. Но слава Богу за то, что мы все родились когда-то, не все, конечно, тут очень много, но старшие родились в стране, где учили русскому языку. Я очень благодарен Богу за русский язык. Знаете почему? Потому, не только потому, что я вам могу проповедовать сегодня, и не на английском, а на русском, на вашем родном языке, но и за то, что я могу читать в оригинале те книги, которые написали русские писатели. Я вчера кончил читать Тургенева «Отцы и дети». Сильнейшее произведение, сильнейшее произведение. Я очень люблю Достоевского. И возможность читать на оригинале – это очень большое благословение. Знаете, в Америке таких писателей не было и не будет. Видите? Русский народ имел такие дары, которые благословили весь мир. И сейчас, если кто-то начинает литературу изучать, обязательно будут читать вот эти столпы литературы, литературного мира. Да? Почему? Потому что они благословили. Они настолько душу могли описать человека точно, сильно, что когда читатель встречается с этим, он говорит, это как это возможно? Это сама жизнь, это не произведение. Оно настолько передается реально и касается души. Как без таланта это сделать? Вот это немножко экскурс о русском языке, вы знаете. Но так бывает, что, скажем, славяне смотрят на другие народы и думают, что мы можем от них взять, и берут всякую чепуху. И вы знаете, а драгоценности, которые лежат под ногами, иногда забывается, а хуже этого бывает. Можно и наступить на них из-за незнания своего. Ну хорошо, вернемся сейчас к Луки, 7 глава. Итак, некто из фарисеев просил его вкусить. И извините, пожалуйста, за мой русский язык. Вот это я хотел сказать, хорошо. Ну, просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и оттирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я ему имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника». Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Обратим внимание вот на этот вопрос. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил.
И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром». Очень яркая картина. И давайте очень быстро обратим внимание на эти три действующие лица и потом толпа, которая по-своему разбирает то, что там произошло. Но эти три основные лица этой сцены – это, конечно, Симон, фарисей, это, конечно, грешница и Иисус. Симон и грешница уподабливаются кому? Уподабливаются тем, должникам. Иисус говорит о должниках. Но разница, вы знаете, некоторые из вас, наверное, имеют людей, которые вам должны, они одолжили у вас денег. И, конечно, вы должны почувствовать тогда, как все это дело тут рисуется. Два должника. Один должен очень многое, другой должен, но не так много. Прощаются обем. Вопрос, который будет любить больше или который благодарить будет больше. Ну, конечно, 500 динариев. Возьмем это большая сумма, 10 миллионов долларов. Это большая сумма, ты должен, и тебе банк прощает эту сумму. Наверное, цветы отнесешь туда. А если человек тебе прощает, ты должен миллион. Он говорит: я все нормально, забываю это. Но если кто-то одолжил у тебя 10 долларов, ты даже забыл про это. Он говорит: я должен тебе. Забудь и ты, ничего ты мне не должен. Ну, он: да, конечно, что тут 10 долларов? Итак, сейчас мы смотрим, как Бог смотрит на людей, как на должников. Знаете, все мы должны Богу. Нету ни одного человека, который бы не получил что-то от Господа. Все мы получили дар жизни, во-первых. Мы пришли сюда, в этот мир. Кто дал нам жизнь? Отец и мать. А кто им дал жизнь? И мы приходим к Адаму и к Еве. А кто их сотворил? Бог. Бог сотворил этот мир. От Него все происходит. Им все держится. Мы получили этот дар жизни. Почему мы живем? Для чего мы живем? Конечно, чтобы исполнить волю Его. Мы должны Ему, но и тем более мы должны своими проступками. Вместо того, чтобы прославить Его, мы согрешили.
Мы ходили своими путями, и мы согрешаем. Мы в долгах. Мы в долгах. Но Бог любит, побил. Он возлюбил первым. Но смотрите сейчас, как два героя по-разному реагируют на любовь Христову. Симон не знает, он не думает, он не принимает себя как грешник. Он смотрит на Иисуса Христа как на своего соперника, конкурента, учителя, проповедника, пророка, который не все знает. Если бы он все знал, он понял, что за женщина касается его. То есть, где проблема? Он не слышит любовь Божию. Он не любит или любит очень мало. Почему? Потому что себя оценивает очень хорошо. С другой стороны, женщина, которой имени мы даже не знаем, она любит Иисуса Христа, понимая, что без этой любви, без этого лица, без Иисуса нету возможности жить, спастись. Мы не знаем, о чем она думает, когда она служит Ему. Мы не знаем. Но Иисус говорит, смотри, она ноги мои умывает слезами своими. Знаете, вот это любовь. Он будет умывать ноги своим ученикам в вечере. Она это делает первой. Говорит, вот как много она любит, потому что ей много простилось и прощается. Это настолько связано. Любовь, прощение, прощение, любовь. Но Симон, с другой стороны, как он примет эту любовь, когда он, я сам по себе хорош? Итак, мы понимаем, что препятствие для любви Божией может быть очень хорошее отношение к себе самому. Как я сам себя оцениваю? Вот этот вопрос очень важно задать себе. Итак, те из нас, которые говорят, Боже, я не угождаю Тебе, я не могу служить Тебе, но со мной что-то в непорядке. Вот именно к таким Бог говорит, с тобой все в порядке. Ты готов принять мою любовь. Я хочу благословить тебя. Я хочу поднять тебя. Я хочу простить грехи твои. Кровь моя есть та цена, которая простит любой грех. Знаете, та же самая картина на трех крестах. Не один крест, а три креста. Опять посередине Иисус и два разбойника. Да? В глазах у людей это три разбойника, но в глазах у Божьих это Спаситель и два типа людей. Только одно слово, только одно слово. Господи, вспомни меня, когда будешь в Царстве Своем. Вспомни меня. А другой, что там вспоминать? Пусть себя спасет и нас спасет. Один понимает любовь Божию, другой нет. Один верит в любовь или старается поверить в любовь Божию, другой не верит. Не верит. Вот это отношение, вы знаете, Блейс Паскаль, этот ученый и теолог он был, он сказал такую мысль, очень хорошую, что есть только два типа людей. Двое. Две категории людей. Грешники,
называющие себя праведниками, и праведники, называющие себя грешниками. К которому типу ты себя относишь сегодня? Симон, конечно, чувствовал себя праведным. Более праведным, нежели Иисус. Более зрелым, видящим, нежели Иисус из Назарета. А женщина чувствовала себя грешной. И оказывается, она могла любить больше. Вы помните, хорошо, кто-то скажет, это грешница, мы были уже спасены, оправданы. Не спешите, дорогие, не спешите. Когда Иисус задал этот вопрос Петру, «Любишь ли меня?» Интересно, что он добавил, и вот такое, «Любишь ли меня более или больше, нежели си, то есть, нежели другие?» Ты знаешь, Господи. Но когда это было? Когда Петр отрекся после отречения. Он отрекся Христа. Три раза звучит этот вопрос. «Любишь ли меня? И любишь ли меня больше?» Ты знаешь, Господи, ты знаешь. Единственное то, что нас может сблизить с Богом, является наш ответ на Его любовь. Мы просто отвечаем, «Ты знаешь все, Господь. Я верю, я принимаю». Вот я, таков, каков я есть, прихожу к тебе, к кресту твоему. Чтобы кровь твоя омыла меня, и чтобы любовь твоя достигла сердца моего. Вот так мы отвечаем на любовь Божию. Да? Так мы пребываем в любви Божьей. Только вот в таком состоянии. И в этом смысле и сам Иисус учит, и эта грешница учит нас, как возлюбить больше. И Петр может возлюбить или ответить на любовь не в состоянии победы, а в состоянии поражения. В состоянии поражения. Вот это... Это парадокс Евангелия, что когда мы являемся на горе, мы перестаем понимать, что мы нуждаемся в любви Божией и в прощении. Нам начинает казаться, что мы сами заслужили, завоевали, что мы сами способны удержаться. Но если Бог отнимает это, мы падаем, как Петр. Но это не конец, это не поражение. Это то состояние, в котором у нас открываются глаза. И мы говорим, ты возлюбил нас. Знаете, я могу говорить. Еще один пример. Есть такой... Очень хороший писатель, католический ксёнс. Кстати, он умер уже, то есть не есть, был. Генри Науэн, которого книги я очень советовал бы почитать. Он написал много книг. Но это был очень великий профессор. Он преподавал в Йейле, да? Он преподавал в Гарварде, но преподавал теологию. Был профессором теологии. Но из-за стресса он впал в большую депрессию. Заболел депрессией. И вот в этом состоянии он понял любовь Божью. И написал на эту тему много книг. Одна из них называется «Сокрушенный
или больной исцелитель. Мысль его та, что мы можем послужить другим и исцелить других только после этого, когда мы сами осознали свои болезни, свою боль. Он перешел через очень большую яму, он бросил эту работу в Йейле. Это высокая, профессор в Йейле, это высокая должность. Он пошел служить ментально отсталым людям. И следующий промежуток его жизни так и был. С, мы сказали бы, психобольными людьми. Но, как он сам пишет, я учился у них, и они научили меня любить. Хенри Наун, очень советую. Но вот эта мысль, это и этот пример, да? На горе человек дошел до того, как он сам свидетельствует, я хотел удовлетворить всех, но сам был очень несчастлив. Когда я служу сейчас этим людям в этом общении, во Франции, он поехал во Францию, и в других местах тоже эти общения открылись такие. Я живу тем, что я могу отдать себя, отдать. И депрессия его ушла, он был исцелен. Очень сильный пример. Итак, дорогие мои, возлюбленные мои, вот эти слова я хочу нам сегодня напомнить и ободрить нас, что есть нас любящий Отец, Он возлюбил нас первым, и мы можем ответить на Его любовь, если только не считаем себя достигшими, если только не взомнили о себе, если все еще себя понимаем, как, что мы должны Богу, если себя видим как должниками. Любовь Божия сегодня касается сердец нас, наших. И я кончаю одним стихотворением, которое написала одна помощница, которая служит в Вильнюсе, в нашей церкви. И она не только пишет стихи, но также служит. Но вот эти стихи были переведены и на русский. И они называются «Та любовь». Послушайте, и тогда мы будем молиться. «Та любовь превратит твое хмурое утро веселого танца кружения и позволит тебе испытать объятий своих вдохновения. Из сетей одиночества вырвет и скажет, ты очень нужен. На свободу отпустит, как птицу, чтобы был ты со счастьем дружен. Будет рядом всегда, не оставит. А споткнешься, утрет твои слезы. Будет больно, но боль превозможет. Та любовь, и ничто с ней сравниться не может». Аминь. Встанем, давайте. И давайте попросим, чтобы Бог Духом Святым изливал любовь свою в сердца наши. И я бы хотел призвать, может быть, есть среди нас те, которые, слушая это слово, поняли, что надежда, что Бог принимает вас, была утеряна. Но сейчас она может возвратиться. Если вы желаете, это не обязательно, но вы можете выйти вперед, чтобы сказать Господу, я принимаю Твою любовь, я
не буду сомневаться в том, что я возлюбленный Твой, что я возлюбленная Твоя, что Ты любишь меня, что Ты любил меня всегда, что Ты принимаешь меня не по заслугам, Ты возлюбил первым, когда я был грешником. Тем более сейчас я хочу довериться Тебе полностью, Господи. Давайте будем молиться, и если вы чувствуете, что вам нужно выйти, не стесняйтесь, выходите вперед и будем молиться. Gloria sia la prae. Sela praise, sia la praste gloria, rala santre smaila, lotre patre gata sia la manere, rostere glidere sera mantia la forto smaila, corte catere li sentire patere lo grosso maratela, espro sola fara masia la glidere, sontre smu gloria, tiara la foro lo contora priera laidere, chia la sontre bia la fara mantlede, Resane deve la fera pro. Oh, la glider alla sia la mantere santres. E sia la glider, sora mia gatentiando glider. Ontara prera la farta mia, terra contani ti Alessandro cole pa. E cassane lia, cortes mia la repera. Ora maniga la foro rosso reti. Senta la bara la fara la sara la vera. Ora mani di alla fara meniga la clostore alai, espress my lidero lo clore di, terra mani di la foro, chita la massendra sala la 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 gloria, roste patre mia la fara mia la sala, chito rosso la mantiera la segra in te lavoro lo sui, se mai la, oria la mandia la sera, sera, sera molava la Praise my God.